И сегодня Лариса Гонова написала: я не знала, что Андрей твой муж. А я сказала: нет, мы просто бизнес-партнеры, мы в одной команде, и мы оба король и королевы смеха, да! И мы оба Ивановы, да, вот так вот получилось. Друзья, сегодняшняя наша зарядка будет очень необычная, очень радостная, очень позитивная, очень интересная. Да. И просим вас включиться в то, что мы сейчас будем делать. Это действительно будет здорово, друзья. По ходу вместе с вами. Да! Так кто готов? Кто готов, друзья? Я. Готовы. Давайте. Отлично. Я вижу, у каждой из вас прекрасное настроение. Замечательное. Замечательный настрой на сегодняшнее утро, на сегодняшний день, на всю свою жизнь. Поэтому включаем наши великолепные улыбки. Включаем. Как очки надеваем на ушки. У нас такая вот получается чайка, да? Друзья, а кто знает, какой важный вчера был день? Кто был вчера на таком классном мероприятии? Международный день смеха. И его организовал сам организатор, был мадам Катария. Это доктор-физиолог, это основатель йоги смеха. Представляете, как классно? И людей было много-много со всех стран мира, потому что йога смеха, она объединяет всех. Смех не знает религии, не знает отличий нации, в цвете кожи. Смех объединяет всех. Мужчины, женщины. Да. Смеха, она служит трем основным целям. Это здоровье, это счастье и мир во всем мире. Мир во всем мире. Друзья, и мы сегодня проведем зарядочку. Проведем зарядку по йога смеха. То есть, что такое йога смеха? Это, знаете, смех, мы смеемся, когда нам хорошо, мы смеемся, когда нам здорово, но мы помогаем другим смеяться, именно, знаете, это театр, это образы определенные. И мы сегодня постараемся вас немножко рассмешить, чтобы вам было легче смеяться. Мы не будем рассказывать анекдотов. Мы расскажем определенные истории, и вы будете повторять за нами, если вы хотите попробовать, а что же такое йога смеха. И Лариса Иванова, она мастер, она тренер по йога-смехе. Нам очень повезло, потому что Лариса сегодня вместе с нами. Вот попробуйте, да, вкусите этот плод. И, дорогие друзья, йога смеха, она подразумевает различные игры техники, поэтому мы включаем в себе ребенка, да, поворачиваем ключик и... Как дети все... Да! И почему-то усиливается кровообращение, поступает мозг, кислород к сердцу, к мозгу, да, мы... Стройнее, мы молодеем, да, это фейсбилдинг. Наши любимые эндорфины наполняют каждую нашу клеточку. Да, помните, какие у нас эндорфинчики? Такие существа, вот с такой великолепной улыбкой. И макрофаги, да? Наши воины иммунной системы, они становятся более действенными, делают нашу иммунную систему как броня, нападают на всякие вирусы, бактерии, и убегают. Это научно доказано. Ну что, начнем? Да. Начнем, да. Давайте сначала мы немножко посмеемся, да? Разомнемся. Ну давайте сделаем вдох и сейчас забеременем гормонами радости. Вот прям полный животик, плечи и грудь опущены. И набираем воздуха. И поболтали себе с плечами немножко, чтобы клеточка пропиталась, и да, как порой нарастает. Еще раз.
И, ребята, если вы заметили, да, первое правило, мы уже надели улыбку. Но если вы заметили, мы с Андреем, ахахаха, можно пока оставить и внимательно слушать нас. Мы скажем, хорошо, сейчас правило. Смотрите, первое, мы открываем широко рот. И скажите, кто молодец? Громко скажи, я! Хорошо, хорошо, я молодец. Мы врачи смотрим, чтобы все были видны гланды. Молодец. Да, то есть мы открываем широко рот, да, и громко-громко, знаете, как напор в кране на всю громкость. Сейчас еще раз. Кто победитель? Я! Я! Победитель! Я! Мама, я! Будем уже менять разные буквы. И следующее, что очень важно, это мы смеемся долго-долго-долго-долго. Знаете, как камушек запускаешь по водичке, и он прыг-прыг-прыг-прыг-прыг-прыг. И даже когда у вас голос закончится, мы как... Знаете, попробуйте, как беззубый дедушка. Шепотом посмейте. Смотрите, мы смеемся вначале, а потом вот как мы сейчас потренировались, будьте внимательны, голос заканчивается, мы не перехватываем, а мы продолжаем смеяться шепотом, пока у нас полностью воздух не выйдет, да? Давайте сейчас запускаем такой кремушек плоский, и чтобы он долго-долго прыгал. У кого дольше всех пропрыгает, тот победил. И приготовились, вдох. Кто победил? Кто победитель? Я победитель! Я победитель! Я победитель! Мы все победители! Кто победитель? Я! 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 Победитель! Все победители! А теперь, ребята, мы еще добавим движение, да? Потому что вот танцы, смех, это вообще огонь для всех. Да, это радость, это счастье, это кайф и драйв. Поэтому сейчас еще будем с вами смеяться тоже долго на выходе, пока не начнете задыхаться. И тогда вы полные 4 литра возьмете воздуха минимум вместо одного. Потому что йога смеха – это тренировка. Да? И сейчас тело в дело. Включаем. Взяли 2 смеха мешочка. Вдох. И Вдох животиком.
Еще кто? А мы пойдем в баню, друзья. А что такое баня? Баня – это очищение, баня – это здоровье, баня – это прекрасное настроение, баня – это кайф, да? Смотри, какая у меня жабочка. Это жар, да? Это венечки. Ну что, друзья, мы сейчас будем в бане. И вот тут все в таком. А мне я на место. Не легерда, смей. И мы берем все простыночки. Одевается. Просто не все остальное долой. И что мы в бане делаем? Мы сначала заходим и паримся, да, сидим, и нам горячо, мы хорошо, хорошо. Хорошо, представьте, что вы все в бане. Представьте, что вы все в бане. На себя плавали. Смех овенников. Друзья, бочка, у нас бочка такая, за которую надо тянуть. Баня, что такое баня? Баня – это массаж. Массаж нашего лица, массаж нашего тела. Да, и начинаем себя массировать и смеемся. Хорошо. Oh,
И побежали опять к воде. Мы сейчас разогрелись и опять к воде. Там бассейн есть, холодный, с ледяной водой. И Давайте побрызгаемся. Мы все в этом бассейне побрызгаемся. Берите свои чашечки. Набрали чаек, друзья? Есть у вас чаек? Нас тут тоже угощают. Давайте мы сейчас попьем чаю. Чай радости, чай счастья, чай улыбок, чай хорошего, прекрасного настроения. Да, мы сейчас будем вместе пить его и радоваться, и смеяться, и веселиться. Их проговариваем. Я люблю, я благодарю. Я самый счастливый человек. Я самый радостный человек. Я самый здоровый человек. Я магнит для счастья. Я магнит для изобилия. А каждый богатый. Мы все магнит для счастья. Мы все магнит для хорошего настроения, для здоровья. Для хорошего настроения, для здоровья. Для достатка. Для денег. Для отношений. Для достатка. Мы самые благополучные и благодарные люди Земли. Да, и мы счастливые, здоровые, оздоравливаются все наши органы, все ноги, все сосуды, молодеют. Хорошо. Как классно. Ну что, пошли дальше? Я знаю, что сделать. Если просто не... превратились в детей. А давайте вспомним, как мы превращались в привидения. И мы сейчас накинем на себя просто... Она там я самое страшное привидение. Ой.
Вам страшно? Вам страшно? Давайте, давайте и вы напугаете. Давайте друг друга попугаем. У меня не получается. А у кого тоже не получается. На нем напишем желание и запустим, чтобы наши все цели исполнились. Хотите? Волшебный самолетик. Менталика работает. Берем лист бумаги, сворачиваем крылышки. Берем ручку и пишем наше желание. С улыбкой только, друзья. Счастья, здоровья. Счастья, здоровья, изобилия, пока. Здоровья, счастья. Финансовый достаток. Дашите, я лидер, я победитель. Я лидер. Я суперинтеллектрист. Каждый свое написал. А теперь представили цель, да, все увидели цель. И сейчас мы в самолетике будем искать такую космическую вселенную, где все желания исполняются. И вдох. И на вдохе смех.
Тянем сколько можем на выдохе, да? Итак, приготовились. Первый звук А. Набираем животик воздуха, плечи опущены. Все у нас опущено, только низ живота. Вдох. Тянем, тут голоса нет, а мы все равно еще продолжаем, потому что воздух еще остается, мы должны полностью выдохнуть. До последней капельки воздуха выдыхаем, как мы с вами всегда это делали, да? До последней, последней, последней. Как из тюбика пасту выдавливаем. Теперь звук О. Округляем, и все звуки. Помним, что мы не снимаем все звуки, мы поем на улыбке. Кто хотите, закройте глазки, на межброви акцент, как вам удобно. Если нужно откашливаться, откашливайтесь, потому что вы, наверное, чувствуете голос, округляется, регистры здесь открываются, все клапаны, забито сейчас, все будет хорошо дышать, да. И чувствуете, мы вспотели прям, ну, Ваня, за шкалой лишние уходят. Итак, вдох и звук О. А теперь мы добавляем. И когда поем мы, у нас губки уже расслаблены, тут должно быть шикарно. Вибрацию надо почувствовать. Итак, ручки вверх подняли. И с середины мы начинаем. И вдох. Молодцы. Ой, какие молодцы. Все, кто получается. Хороший, да. Да. А, О. Теперь У. Вот давайте сейчас таким оперным голосом попробуем. И таким оперным голосом. Все такие певцы. И приготовились. Oh,
Мы так споем, чтобы все соседи проснулись, все услышали звук. И знаете, как мы вот сейчас будем петь? Мы будем менять тональности. Мы можем петь низкие регистры, высокие регистры. Меняйте, как хотите, хоть гамму пойте, хоть оперным голосом, хоть каким. И приготовили звук «э». Давайте похвалим тебя. Похвалим, поблагодарим тебя. Молодцы, молодцы, молодцы. Света. И счастье, ты добрый. Ты богат. Финансовый достаток. Не скачайте, мы попали на концерт оперных певцов. Друзья, а теперь давайте, знаете, помните игру «Замочек», да? Когда мы смеемся, а потом замираем, закрываем замочек, и у нас смех беззвучный. А потом опять открываем и опять смеемся во весь голос. Будьте внимательны. И закрываем, и опять беззвучны. Давайте поиграем чуть-чуть. Это очень хорошая тренировка для нашей сосудистой системы, для лимфатической системы, для легочной системы, для мозга. Это вот такие упражнения. Давайте сделаем. Готовы? Да. Да. Ну что? Да. Попробовали свой замочек. Не сломан он? Закрыли замочек, закрыли. Посмотрела дополнительный хороший где-то в районе 700 рублей. Я Ha 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 ha!
Наши дорогие друзья.